This conference will now be recorded. Коллеги, добрый вечер. Здравствуйте. Давайте сразу я выключу микрофончики, чтобы ничто нас не отвлекало. Да, отлично. Микрофон выключен. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Алексей, Елена. Рад вас приветствовать на семинаре, который называется у нас сегодня «Как распознать лжеца». Очень интересная и достаточно обширная тема. Постараюсь за эти 45 минут максимально ее раскрыть, показать, что это, зачем, почему, как, кто такие лжецы и часто ли они нам хотят сделать что-то плохое намеренно. По-разному бывает, разные бывают люди. И давайте в самом начале немножко расскажу о себе, представлюсь. Возможно, кто-то из вас меня знает, кто-то нет. Давайте знакомиться. Зовут меня Капнин Андрей. Если кому-то нужно Александрович, можете писать как хотите, как вам комфортнее. О себе. Сертифицированный бизнес-тренер, педагог-психолог, практикующий коуч. Больше 10 лет, ну уже больше, да, больше 10 лет занимаюсь публичными выступлениями, переговорами. Закончил Бауманку по специальности инженер-робототехник, факультет РК, если это кому-то принципиально. Работал как в отечественных, так и в зарубежных компаниях. Сейчас, помимо центра специалист, также занимаюсь образованием для детей. Достаточно интересное направление. Что я веду в центре специалист? Ораторское искусство, креативное мышление, эмоциональный интеллект. Это направления, на которых я специализируюсь. Ближайший курс, если кому-то нужно, у меня будет 17 апреля, как раз таки развитие эмоционального интеллекта. В двух словах расскажу о центре специалист. Возможно, кто-то из вас первый раз у нас. Если кто-то не первый, повторим. Итак. 29 лет центр специалист занимается обучением людей. За это время порядка миллиона выпускников, огромное количество, 35 тысяч корпоративных клиентов, учебные классы 60 штук, 250 преподавателей, экспертов и более 1000 курсов. То есть можете подобрать себе то, что вам интересно, то, что вам хочется по душе. И в целом, конечно же, сам специалист предлагает очень интересные гарантии. Во-первых, это гарантия качества, сочетание бауманской методики преподавания и современных корпоративных тренингов. Второе, гарантия результата. Только сегодня, вот только вернулся с тренинга по ораторскому мастерству, и, как это не грустно признавать, кому-то я зачет не поставил. Кто-то не выполнил задание, соответственно, не достиг того результата, который он сам ставил, который я ставил перед ними. В целом, в каждом нашем тренинге люди озвучивают, что они хотят в конце получить. Естественно, мы стараемся к этому прийти всеми возможными путями. Результат будет достигнут. Гарантия сохранения средств организации. То есть, если ваша организация тем или иным способом вкладывает деньги в обучение сотрудника, все эти деньги останутся, ничего не будет освоено, мы не скажем, вы платили, давайте все прощаться. Конечно, такого не будет. Расписание занятий. У меня, если говорить про мой план, у меня на начало 2022 года уже стоят группы, все запланировано, можете смотреть, можете планировать свое же расписание.
Если немножко копнуть в сторону тайм-менеджмента, то тайм-менеджмент – это планирование рабочего дня и планирование отдыха. Поэтому все, что связано с работой, в идеале планировать. Все, что связано с вашим свободным временем, тоже в идеале планировать. Поэтому обучение в идеале делать и намечать заранее. Ну и гарантия безопасности с учетом всех наших ковидных этих ограничений, всего того, что происходит. Конечно же, все обрабатывается, все мы ходим в масках в очном режиме, по крайней мере, стараемся. И большинство из нас обрабатывают руки, как положено. Может быть, кто-то в это не верит, кто-то не использует. Тем не менее, согласно законам, мы все выполняем. Что же мы с вами сегодня разберем интересного? Во-первых, разберем, что такое ложь сама по себе, каких видов она существует. Один из самых больших слайдов у нас сегодня будет, потому что для того, чтобы разбираться, кто такой лжец, нужно вообще понимать, какая бывает ложь. И второе, что мы сделаем, узнаем, можно ли в конце-то концов лжеца распознать и в каких случаях это возможно сделать. Очень хотелось бы, чтобы мы с вами приняли правила, их две штуки, они крайне простые. Правило номер один – правило одного микрофона. То есть, если кто-то из вас очень захочет задать мне вопрос, вы можете его написать в чатик. У меня параллельно тут открыт еще один монитор. Я с удовольствием ваш вопрос, если он касается темы курса, озвучу и дам на него ответ. Собственно, как раз-таки второе правило – правило вопросов. Один микрофон связан с тем, что если бы мы с вами находились в очном формате, видели друг друга, тогда можно было бы уже регулировать, кто говорит, в какой последовательности и так далее. В данной ситуации, когда мы с вами находимся в формате вебинара, очень сложно бывает понять, кто говорит, что спрашивает, зачем. Накладываются звуковые дорожки, может быть, не совсем корректно. Поэтому, повторюсь, вопросы в идеале пишем в чате. Итак, ложь. Ложь – это очень-очень интересное понятие. И на самом-то деле существует очень-очень много разновидностей. В целом, если посчитать в среднем, сколько мы сталкиваемся с ложью в течение дня, это зависит от того, как часто мы контактируем с людьми, либо с какими-то их продуктами, потому что те же самые средства массовой информации, новости очень часто изобилуют ложью. Но это не прямое взаимодействие с человеком, это, естественно, некий продукт. В среднем подсчитано, что от 10 до 200 раз в течение дня мы сталкиваемся с ложью. Первая разновидность лжи – это так называемая мистификация. Это утверждение, которое высказывает человек, неуверенный в его истинности. Ну, то есть в целом это может выглядеть очень красиво, очень правдоподобно, но мы не уверены. Пример. Бывает такое, что нас спрашивают, куда пройти, каким образом. Вот улица такая-то, дом такой-то. Но я примерно понимаю, что это вот немножко пройти до светофора, повернуть налево и там еще немножко попетлять. Но я не уверен. И мы человеку говорим, это вот туда вот. В целом это мистификация. Нельзя сказать, что это преднамеренная ложь. У нас нет никакой цели. Вот человек куда-то попетлял, и мы будем стоять и вот так в сторонке, так, он молодец, он петляет, как хорошо. Нет, конечно. То есть это некая ненамеренная ложь. Когда мы не уверены, иногда говорим, что это вот так. Это же касается того, сделали наши коллеги какие-то задания, которые им выдавали. Ну, наверное, да, возможно. Может быть, сделали. Мы надеемся. Это и есть мистификация. Второе. Фальсификация, подделка. Это может быть фальсификация некоторых документов. Разновидностью как раз-таки фальсификация является фальшивомонетчество. Фальшивомонетничество. Во. Подделка документов. Использование документов, которые заведомо не являются действительными. Выдавание копии за подлинник. Евгений пишет, мистификация – это не ложь, это просто ошибка. Тут, понимаете, суть в чем? Вопрос в том, насколько мы, скажем так,
отдаем себе в этом отчет. Ну, то есть, если мы уверены, что это вот там вот, ну и начинаем рассказывать. Суть в том, что как поступаю я обычно в такой ситуации. То есть, если я не уверен, я примерно представляю, что это вот этот вот дом, на который мы смотрим. Я открываю карту и смотрю. Все, то есть это решение. Если я не знаю куда, я скажу, что я не знаю. Тут это невольное введение в заблуждение. Но это все равно разновидность лжи. Вот так вот считается. Возвращаясь к фальсификации. Подделка различных предметов искусства. Это тоже фальсификация. Следующее. Симуляция, притворство. Когда человек имитирует физическое или психическое состояние, которое он в данный момент не испытывает. Это может быть симуляция болезни, может быть симуляция травм в спорте. Если вы посмотрите, ну, практически, наверное, любой футбольный матч, вы увидите, что многие игроки, когда их буквально чуть-чуть заденешь по плечу, они падают, держатся за лицо, за ногу, да за что угодно. При этом, если их попросить встать, если судья их попросит встать, они спокойненько встанут и куда-нибудь уйдут. Через минуту буквально они бегают по полю, как ни в чем не бывало. Это вот и есть симуляция. Симуляция болезней очень часто бывает у тех же призывников, у учащихся, особенно у маленьких детей. Вот это и есть симуляция. Это тоже разновидность лжи. Плагиат. Давайте я сразу скажу, что на самом деле разновидностей лжи огромное количество. Часть я не включил, потому что с ними мы в основном не сталкиваемся. Я озвучу только те, с которыми мы можем столкнуться по большей части. Итак, плагиат. Плагиат – это нарушение авторских прав. Мы, допустим, приписываем себе открытие другого человека. Это изобретение, это некое художественное, литературное, музыкальное произведение, может быть. Заведомо это произведение сделано другим лицом. Ну, а мы говорим, что это мы сделали, мы молодцы. На самом деле, достаточно большое количество людей, кто так поступает. В России, если рассматривать юридические основы, не так часто рассматриваются подобные дела. То есть на Западе, в той же Америке, очень громкие бывают дела именно согласно авторскому праву. В России не так распространено и не настолько большие штрафы за это даются, конечно же. Третье. Это никакое третье. Пятое. Детская ложь. В принципе, у детей в определенном возрасте существует такой специфический вид лжи. Они выдают свои фантазии за действительность. Ну, то есть до 5 лет, согласно некоторым гипотезам. Евгений, сейчас, секундочку, я договорю по поводу детской лжи, соответственно, расскажу, отвечу на ваш вопрос. Где-то до 5 лет многие дети, они не всегда умеют отличить реальность от некого своего воображения. Вот как они играют, что какая-нибудь лошадка скачет, оказывается, что эта лошадка, в их мнении, она живая. И в целом до определенного возраста это нормально. Но это напрямую ложь, когда вам говорят, что вот у меня тут для детей всякие игрушки лежат, я с ними периодически на тренинги провожу, вот такой вот свин, и ребенок до 5 лет может сказать, что это живая свинка, которая хрюкает. Это нормально абсолютно для этого возраста. Ну, вот как тоже разновидность лжи. Евгений спрашивает, были случаи, когда к одной и той же идее приходили разные люди? Разве это плагиат? Приходили независимо друг от друга. Плагиат, когда вы выдаете. То есть вы говорите, что это изобрел я, а он ничего не изобретал. Это ключевой момент. То есть единственный, кто изобрел, это я. Если вы говорите, что да, возможно, люди пришли к этому параллельно, почему бы и нет? Действительно, такие случаи известны, когда люди приходят к одному и тому же решению, возможно, разными путями. Но решение одно. Они не взаимодействовали друг с другом и сказали, что именно только я правильно изобрел, а он у меня украл. Невозможно. Тут плагиат немножко по-другому формулируется. Следующий вид лжи. Бесстыдная ложь, наглая, неприкрытая. Вот это я люблю. Это я вообще люблю, она очень часто встречается. Сущность этой лжи в том, что утверждение
неприкрытая ложь – это утверждение, ложность которого очевидна не только тому, кто его высказывает, но и всем заинтересованным лицам. Самый простой пример – это маленький ребенок, который съел шоколадку, у него весь рот, все лицо перемазано шоколадкой, все руки в шоколадке. Он говорит, что это не я, не было такого, это не я, я такого не делал. Вот это вот вам, пожалуйста, наглая, неприкрытая ложь. Из последних случаев, по крайней мере, то, что фиксировалось в большинстве вариантов, некоторые люди, когда попадают в аварию, они пересаживаются на пассажирское сиденье, либо пересаживаются назад и говорят, что тут какой-то человек вел, это был мой друг, я не помню, как его зовут, вот он везде врезался, а я просто ехал вместе с ним. При этом четкий отпечаток подушки безопасности на лице, руль иногда еще отпечатывается на груди, но человек говорит, это не я. Нет, не было такого. Откуда руль на груди отпечатался? Я не знаю, но просто откуда-то появился. Непонятно откуда-то. Но вот это и есть пример бесстыдной наглой лжи. Да, Евгений пишет, и отпечатки пальцев на руле. Ну да, вот есть определенные доказательства, человек все равно продолжает настаивать, что это не я, не было такого. Следующее, сказки для детей. Как ни странно, это тоже вид лжи. Потому что, когда мы с некоторыми детьми начинаем рассказывать, начинаем беседовать и рассказываем им, откуда берутся дети, с определенного возраста, конечно, можно рассказывать про нашу физиологию, про особенности взрослых людей, про особенности взаимоотношений мужчины и женщины. Но иногда мы начинаем рассказывать о том, что детей приносит аист, что мы их находим в капусте. Вот, это сказки для детей. Грубо говоря, мы озвучиваем что-то, что находится у нас в, скажем так, некоем взрослом поле. Детям не всегда все нужно знать. Алексей спрашивает, как же бороться и противостоять наглой лжи? Наглая ложь – это всегда про конкретику. Да, Евгений пишет, факты. Спрашиваем, лучше всегда спрашивать. Я обычно делаю следующим образом. Я правильно понимаю, что отпечатки на руле не ваши? Нет, не мои. Так и фиксируем. Говорит, что отпечатки не его. Так, откуда у вас появился след от ремня безопасности, допустим? Ну, вчера что-то там случилось. То есть вы отрицаете, что это след вот от вот этого, от вот этого ситуации, которая только что произошла. Отрицают. Фиксируем. Замечательно. Каждый раз необходимо человека фактами подводить к тому, что он не прав. То есть рано или поздно он поймет, что отпираться бесполезно. Просто бесполезно. Опять-таки, если мы говорим про взрослого сознательного человека, маленький ребенок, он не всегда в состоянии это понять. То есть подобными ситуациями, когда вы с ребенком будете говорить, он будет 100% уверен, что он прав и что все нормально. Следующее. Белая ложь. Деликатная ложь или ложь хорошего тона. Это ложь, которая, по мнению говорящего, предоставит слушающему значительное облегчение. Ну, вот из серии, грубо говоря, так. О, хороший пример. Допустим, ваша девушка, жена, муж, да кто угодно, ваш близкий человек, приготовил некую вкусную вещь, по его мнению. И вот эта вот вещь, которая была приготовлена, скажем так, она не очень съедобная, но вы смотрите и понимаете, что вот человек старался, человек готовил, и сказать, что это было отвратительно, ну, наверное, не совсем хорошо. Поэтому мы говорим, что, ну, в целом, да, неплохо, неплохо, вкусно. Это и есть вот эта белая деликатная ложь. Ложь во благо – это немножко про другое. Лариса, сейчас как раз будем разбирать. Сейчас мы рассмотрим все, вы поймете, к каким категориям и почему относится. Следующая разновидность – лесть. Лесть, она очень сильно граничит вот с этой вот белой ложью.
Лесть мы приписываем кому-то, какому-то человеку достоинства, которыми этот человек заведомо не обладает. Либо чрезмерно преувеличиваем имеющие у него достоинства. У этой лести есть всегда цель. Мы хотим получить что-то от этого человека. То есть белая ложь. Мы не хотим, как Евгений пишет, не обижать, не портить отношения. То есть мы хотим сохранить отношения с этим человеком. Лесть. Мы хотим что-то от этого человека. Во многих видах лжи существует некая цель. То есть она делается для чего-то. Вот как раз-таки лесть. Это мы хотим от него что-то получить, от нашего собеседника. Ложь во благо, благородная ложь, святая ложь. Суть в чем? Раскрытие каких-то правдивых вещей, оно может быть, скажем так, губительно, либо может нанести некий вред третьим лицам, либо слушателю самому. И поэтому мы стараемся как-то подбирать слова. Конкретный пример. Вот представьте, что какая-то ситуация сложилась не очень хорошая. И ваш знакомый человек по какой-то той или иной причине находится в реанимации. Ну, вот все бывает в нашей жизни. Соответственно, прогнозы неутешительные. Человек тоже про это знает. И ложь во благо здесь конкретно, она заключается в том, что мы такому человеку можем говорить, что все хорошо будет, все замечательно, все будет прекрасно, все будет нормально, только живи. Если мы человеку будем в такой ситуации говорить, что все будет плохо, что-то как-то прогнозы врачей неутешительные. Это может закончиться не очень хорошо, потому что психосоматику никто не отменял. Человек себе надумает, что «О, все, врачи мне сказали, что все плохо, я помираю». Но все, значит, надо помирать. Нет, не надо. Мы всегда всеми стараемся силами нашими вытянуть наших близких, наших знакомых, наших прекрасных людей. И вот как раз-таки это и есть ложь во благо. Отличие от той же белой лжи. Белая ложь – это поддержание взаимоотношений. Ложь во благо мы стараемся больше для того человека, не для нас. Иногда даже через себя приходится переступать, но все равно что-то сказать, потому что понимаем мозгами нашими, что не всегда имеет смысл правду говорить. Ложь с целью уйти от ответственности. Преступник отрицает свою вину. Зачастую как раз-таки очень сильно пересекается с неприкрытой ложью, но суть в том, что не всегда ясны и видны какие-то доказательства. Иногда доказательств немного, иногда доказательств уже их мало. Любые могут быть причины абсолютно. Соответственно, вот уход от ответственности. Не мы это, все, докажите. Следующее. Клевета. Распространение о ком-то заведомо ложных, порочащих сведений. Ну, либо какой-то ложный донос о преступлении. Если говорить о нашем законодательстве, то это уголовно наказуемое преступление. Другое дело, что не очень часто по нему наказывают, но в законодательстве прописано, что да, это уголовно наказуемо. Блеф. Блеф – это интересная штука, которая на самом-то деле иногда даже применяется в переговорах. Ну, то есть это тоже одна из разновидностей лжи. И в чем она заключается? Мы берем и заявляем, что у нас есть какие-то намерения, либо какие-то предметы, объекты, которых у нас на самом деле нет. Заключается это в том, что, допустим, мы хотим приобрести квартиру. И для того, чтобы сбить цену, говорим, что, слушайте, у нас еще вот два человека нам эту квартиру предлагают, точно такую же, только на 200 тысяч меньше. Почему мы должны взять у вас? Хотя на самом деле у нас этого может не быть. То есть мы блефуем. Мы заведомо говорим ложную информацию для того, чтобы, допустим, сбросить ценник.
если этот блеф воспринимается человеком, он такой начинает: так, 200 тысяч, так, ну давайте я им 100 скину, чтобы на всякий случай уж точно у меня взяли. Не факт, что это все есть у другого человека, если он вам такое говорит. Подтасовка фактов. Это случай введения в заблуждение, заключающийся в манипуляции качественно верными фактами. И эти факты преподносятся таким образом, что приводят к заведомо ошибочным выводам. Это может быть фотография, сделанная с определенного ракурса, где кажется, что два человека, они стоят рядышком, хотя они могут находиться достаточно далеко друг от друга. Ну, знаете, вот если мы берем, допустим, у меня есть аромамасло, если мы его вот так смотрим, это, грубо говоря, один профиль, это круг. Как посмотрим, так и, собственно, что с какой стороны посмотрим, то мы и увидим. Вот вам подтасовка фактов. Напрямую. Следующее. Преувеличение либо преуменьшение. Само высказывание в этом случае является истинным, но приведенные количественные характеристики не соответствуют действительности. Очень часто бывает так, что в каких-то новостях проскакивает заявление: на митинге было покалечено свыше 1000 человек. Потом, когда начинаешь копаться, оказывается, что ну, не свыше 1000, а 50 – это все равно много, но 50 и свыше 1000 звучит совершенно по-разному. То есть 1000 – это уже какой-то геноцид, прям 50. Ну, это бывает периодически, такие ситуации. Как вариант. Да, Евгений, презентацию можно будет скачать, я соскину сегодня после занятия. Следующее. Так, преуменьшение разобрали. Самообман. Это тоже, кстати, очень хороший вид лжи, потому что иногда мы себя сами обманываем. Мы верим во что-то, что действительно в нашей жизни не существует. Причины могут быть абсолютно разные, но суть в том, что мы иногда сами себя обманываем. Каким образом? Один из самых простых примеров. Студент не подготовился к экзамену, но сидит и себя настраивает. Так, сейчас я точно сдам 100%, я же все знаю, я же это когда-то учил, я же сидел на всех парах, все нормально, все хорошо, сейчас все будет, все нормально, все хорошо, я все знаю. То есть это некий самообман. Есть вариант того, что мы действительно не знаем, но очень хорошо можем себя накачать. Другое дело, что это иногда помогает. Называется эта штука аффирмацией, когда мы проговариваем определенные вещи, которые в данный момент у нас могут не существовать. Вопрос в цели. То есть, если это вам помогает, если это вам поможет, почему бы это не использовать? Как раз-таки психологической практике использую, иногда людям даю, вот у кого низкая самооценка, как они это сами оценивают, необходимо каждый день себе повторять: я себя люблю, я уверен в себе. Мы это проговариваем, да, это некий самообман, но цель, она благая, цель стать увереннее в себе, стать лучше. Поэтому подбирайте по целям. Невольная ложь, невольное введение в заблуждение, в чем она заключается? Это вера говорящего в истинность ошибочного утверждения. Это некий косвенный вид лжи, потому что, возвращаясь к одному из предыдущих вариантов, ребенок, которому родители рассказали, что дети появляются из капусты, он это будет транслировать всем окружающим. И своим сверстникам тоже расскажет, что дети появляются из капусты. Все, то есть это распространение лжи, но цели у него как таковой нет. Цели солгать нет абсолютно. Просто распространение. Ну, вот так вот есть. Точно так же это может касаться каких-то заведений в вашем районе. Что вот где-то что-то есть, там где-то что-то хорошо, ваш коллега, ваш друг рассказал, что вот в том баре прекрасная еда, прекрасный алкоголь, прекрасно можно провести время. Вы в это поверили и об этом рассказываете, но оказалось, что это не так. Это невольная ложь.
Как я уже говорил, видов лжи достаточно много. Мы с вами разобрали остальные. И на самом-то деле один из ключевых моментов в лжи нужно четко понимать, есть ли умысел. То есть, если существует умысел, по крайней мере, у взрослого человека, там уже можно работать, можно начинать определять. И четко понимаете, что не вся ложь, она крайне вредна. Может, это звучит очень странно, но некоторые виды лжи мы используем, потому что нам необходимо поддерживать социальные взаимоотношения с нашими близкими, с нашими знакомыми, с нашими друзьями. Иногда мы это применяем. И суть в том, что вот некий социальный конфликт может возникнуть, если мы всегда говорим правду. Правду это вот как мы видим. То есть если еда плохая, которую нам приготовили, значит все плохо. Это плохо, это плохо, это плохо. Нужно четко вам понимать, что это точка зрения. Кому-то это может понравиться. Если мы говорим, что человек некрасивый, это не значит, что он такой действительно. Это значит, что нам не нравится. Вот исключительно так. Поэтому четко для себя обозначайте. Если есть умысел, значит уже можно работать, можно пытаться определить. Как же распознать ложь? На самом деле, хотел у вас вот в этом слайде спросить, какие вы признаки используете для определения лжецов? Потому что в целом по обществу, по нашему гуляет много признаков. Какие вы, как вы думаете, можно использовать? Петр пишет, чуйка. Так, глаза, мимики, телодвижения. А какие конкретно? То есть вот какие-то движения есть, возможно? Характеристики голоса. Так. Глаза отводит. Супер. Так, Петр немножко вперед ушел. Да, действительно, все признаки, которые мы озвучиваем, можно имитировать. Дотрагивается до лица почесывание. Не туда смотрит, пытается жестами убедить. Супер, прекрасно, коллеги, действительно это так. То есть вот некие стереотипы, которые в нашем обществе существуют, они очень часто гуляют. Соответственно, не смотрит в глаза, дрожит голос, какие-то нервные движения, поправляет волосы, дотрагивается до головы, пытается спрятать руки, пытается отвернуться. Это некие стереотипы, которые у нас существуют о лжецах. По факту, вот как Петр написал, все эти признаки действительно можно имитировать. Плюс Лариса пишет, что это может быть просто волнение. Да. Да. И суть в том, что тот же полиграф, он распознает, детектор лжи, он распознает по факту волнение. Если человек 100% уверен в том, что он говорит, это не определить. Он в этом уверен. Поэтому часть лжи, часть видов лжи, которые мы с вами разобрали, придется выяснять исключительно путем сверки фактов. Все. Это единственный способ. Если человек на 100% уверен, только сверка фактов. Если не уверен, вот тогда уже интереснее. Полиграфу нужно готовиться годами. Ну, в принципе, да. Елена пишет, неожиданно активный интерес к персоне. Тоже вариант, да. Вообще сам по себе полиграф, то есть детектор лжи, он зачастую вызывает сам по себе стресс. Тем более какие-то странные вопросы. Какая-то машинка тут что-то пищит, что-то на меня смотрит, спрашивают. Это зачастую сам по себе стресс. Поэтому задача еще отделить стресс от полиграфа, от того, что там просто врут глаза. Итак, на самом-то деле способов не так много, но они достаточно несложные. Первое. Человек, которому есть чего скрывать, будет отказываться от сотрудничества. Сотрудничество в каком формате? Если вы хотите что-то выяснить, это про сотрудничество конкретное, про конкретные действия. Можно имитировать, вот как Петр написал про имитацию. Есть такая вещь, называется имитация бурной деятельности.
когда человек говорит, что да, слушайте, сейчас мы все сделаем, сейчас вот я начинаю уже браться, я уже написал текст, будем работать. В результате смотришь через неделю, все примерно то же самое. Вот все примерно то же самое. Ничего не меняется. Если человек хочет что-то изменить, он будет с вами сотрудничать. Либо будут какие-то конкретные действия. Второе. Нестабильность чувств. Суть в том, что если мы обвиняем человека во лжи, то ярость будет длиться. Мы обвинили его, она длится. Если мы говорим про человека, который действительно врет, ярость его будет чрезмерная, напускная, и он может очень быстро с нее переключиться. Суть в том, что из тех же состояний ярости, злости мы выходим не всегда быстро. Психика у всех разная, но в большинстве случаев мы, в принципе, плюс-минус в этом состоянии некоторое время существуем. Нам нужно это прожить. Человек, который вам врет, он очень быстро может переключаться между разными эмоциональными состояниями. Мария пишет, творческие люди все такие, у них прокрастинация. Это прекрасная, на самом деле, такая вот вещь, которую очень многие используют. И те же творческие люди, они это очень часто используют в формате «Ой, слушайте, я такой творческий человек, я не могу это сделать, я не знаю как». Если человек заинтересован, он делает. Не заинтересован, не делает. Евгений пишет, зачем мне сотрудничество с левыми людьми? Не факт, я не люблю, когда лезут в мою личную жизнь. В любом случае, вы контактируете с кем-то. По тем же рабочим вопросам необходимо что-то делать. То есть работа – это когда мы что-то делаем, к чему-то идем. Понятно, что существуют работы, в которых исключительно работа ради работы, но по большей степени мы стараемся что-то сделать. Соответственно, смотрим прогресс в этом направлении. Человек будет с вами работать, сотрудничать. Интроверт, он экстраверт, замкнутый, не замкнутый. Это про совместное действие, про выполнение обязательств. И один из моментов, который касается определения вот в текущей ситуации. Очень часто у человека, который врет, не соответствуют эмоции на лице и слова. Нам необходимо понять, что конкретно говорит человек, какие факты доносит. Очень важно услышать его интонацию. Потому что бывает так, что информация доносится грустная, а тон речи совершенно другой. И на лице отображается улыбка. Проводились исследования по поводу людей, которые совершали тяжелые преступления и отрицали. В некоторых случаях люди сидят и улыбаются. То есть они говорят о том, что они никого не убивали, никогда ничего такого не было, при этом на их лице милейшая улыбка. Ничего не было, вы что? Какие убийства? О чем вы говорите? Очень страшное обвинение, и эмоции не соответствуют ситуации. Евгений пишет, это бывает нервный стресс. Да, это бывает нервный стресс, но он проходит достаточно быстро. Все стрессы в подобных ситуациях, они проходят достаточно быстро. Если бы только сегодня я вот вернулся к вам с курса по ораторскому мастерству, за 5 минут выступления человек нервничает в первую минуту полторы, две. Потом он вливается, ему гораздо проще рассказывать, если имеется некий навык выступлений. Если не имеется, это минутки 2-3. Поэтому в любом случае мы не можем постоянно испытывать этот стресс. Евгений пишет, не факт, если ваш человек умер, то стресс может быть очень долго. Это уже хронический стресс, потому что если мы говорим про хронику, она немножко другая. Стресс в моменте, он очень яркий и очень хорошо отображается, очень хорошо считывается. Стресс хронический, он в состоянии человека висит в фоне, и он не так ярко проявляется. Но вот есть хроническое течение заболевания, есть острое. Острое очень просто увидеть, хроническое
сам человек, сам организм не в состоянии очень долго это выдерживать. Включаются защитные механизмы. Наша природа все предусмотрела. Поэтому, если подводить итог того, что же делать с лжецами. Во-первых, ложь бывает разная. И ложь, у которой есть цель, вот с ней-то имеет смысл работать. Нет цели, будет очень сложно понять, что человек вам врет. Что делаем? Смотрим на дела человека. Сразу же вот так вот посмотреть на человека и сказать, значит, этот врет и этот врет. Будет сложно. Даже профессионалы-верификаторы, то есть те, кто профессионально занимаются ложью, им необходимо некоторое время и беседа с человеком для того, чтобы понять, что он действительно в каких-то местах некорректно высказывается, не уверен, врет. Мы можем лишь приблизительно сказать, что человек отказывается от сотрудничества с нами, ничего не делает, уже подозрительно. Нестабильность чувств. Это означает, что очень яркие и очень быстро проходящие эмоции. Зачастую это говорит о том, что эта эмоция не настоящая. Не всегда быстро можно эмоцию погасить. Не всегда. Этому нужно учиться. И третье, не соответствует эмоции на лице и слова. Смотреть, что конкретно происходит. То есть в любом случае необходимо наблюдать. Евгений пишет, я это использую, смотрю на дела и сравниваю со словами. Вот практически единственный проверенный временем способ. Человек, дело, с ним можно иметь. Простите, дело за тавтологию. Все остальное, ну, говорят, не делают, я стараюсь с такими людьми не связываться. Себе же дороже. Вот правда, честно, не всегда имеет смысл с ними работать. Либо вообще хоть что-то делать. Если говорить про направленность, то есть если мы говорим про эмоции, то хотел бы вас пригласить как раз-таки на курс по развитию эмоционального интеллекта. Что будем делать на нем? Будем разбираться со своими эмоциями, потому что ну, по факту существует 4 компетенции эмоционального интеллекта. Это понимание своих эмоций, воздействие на свои эмоции, понимание эмоций других людей и воздействие на эмоции других людей. Если мы не знаем своих эмоций и не знаем, как с ними работать, понимать эмоции других бывает очень сложно. На интуитивном уровне это возможно, но интуиция в любой момент может дать сбой. Поэтому мы стараемся максимально это прокачать именно осознанно, что получите после тренинга по развитию эмоционального интеллекта. Личную эффективность прокачаете, управление собственным эмоциональным состоянием, рационализация эмоций, понимание того, что они из себя представляют, навыки управления отношениями, деловая личностная коммуникация, поймете, как примерно воздействовать на других людей, лидерские качества прокачаете. Ну и, конечно же, поймете, как влиять на эмоции других людей. Небольшой спойлер, в основном все идет через нас. Сначала мы меняем свои эмоции, потом уже, соответственно, меняются эмоции наших окружающих людей. Что из особенностей курса? Первое, понятно, современные методики, инструменты. Стоимость от, потому что существуют разные способы. Есть формат онлайна, есть формат очного присутствия. 16 академических часов, 2 субботы. 17 числа стартуем и, конечно же, даем кучу-кучу разных интересных навыков. Из моих ближайших, Елена пишет, управлять гневом поможет. Ну, в принципе, да, с этим тоже работаем. Разбираемся, что такое гнев, зачем он нужен и какие есть плюсы в гневе, потому что гнев, по крайней мере, направлен не на себя, а на других. Это вот такая штука. Это прям мотивация-мотивация. Я люблю свой гнев, я его безмерно обожаю. Я когда научился с ним контактировать, это прекрасная вещь. Позлиться на кого-нибудь другого, это очень хорошо мотивирует. Итак. Что есть у меня еще интересного, помимо эмоционального интеллекта? 8 мая стартуют курсы по тайм-менеджменту. Менеджер по обучению и развитию персонала, если кому-то нужно T&D направление. Максимальная эффективность, прокачка себя. Стресс-менеджмент, развитие креатива. И в целом хочется сказать, что существует много разных
видов обучения у нас есть очное, когда вы к нам приходите очно-заочное, когда у вас комбинируется формат посещения занятий с просмотром видеозаписи. Есть индивидуальное, если кому-то нужно непосредственно занятие с вами. Вебинары и открытое обучение. Не на всех курсах это проходится. То есть открытое обучение, эмоциональный интеллект не проходим, ораторское не проходим, потому что нужно выступать на ораторском, на эмоциональном интеллекте нужно фу, заговорился уже, много говорю с 10 утра. На эмоциональном интеллекте тоже много чего нужно определять. И что хочу еще вам сказать, есть такая интересная штука, небольшой подарок вам. Бесплатная консультация по профессиональному развитию. Если интересно, вот есть вот такая штука, QR-код можете считать. И я сейчас скину вам в чатик гугловскую форму. Сможете ее заполнить и, соответственно, получить консультацию. Вот. Так, вопросы? Лариса, низкая самооценка. Смотрите, нужно опять-таки покопаться в причинах. Низкая самооценка, по большому-то счету, это к психологу. Я бы так сказал. То есть, простите, но боюсь, что тренинг не всегда поможет. Может, не очень красиво звучит, но вот психологу лучше. Если покопаться, то максимально близкий к вашему запросу из моих – это тренинг личной эффективности. То есть там идет прокачка в плане целей, потому что низкая самооценка. Так, понял, Наталья, сейчас вернусь. Низкая самооценка зачастую это идет у нас от родителей, либо это идет из нашей рабочей среды, либо это идет от наших друзей. Нужно понять, почему. Покопаться, в каком направленности все это есть. То есть если это от родителей, это одно, это один способ работы. Если это из рабочей среды, то, в принципе, это решается простройкой будущего, когда вы думаете, так, значит, сегодня нужно сделать вот это, в моей жизни нужно вот это сделать, главное вот это. Будущее, оно всегда идет, скажем так, нас тянет вперед. Потому что прошлое поменять мы не можем, но в нем висим очень часто. А будущее – это то, что мы можем изменить. Понятно, что существует теория фатализма, когда будущее предрешено, и все мы родились, и однажды умрем в определенный, строго обозначенный период времени. Такое тоже возможно. Вместе с тем, будущее в большинстве случаев зависит от нас. Нужно понять, в чем суть. Как-то так. Ну что ж, коллеги. Спасибо вам огромное, что вечером субботы были со мной. Надеюсь, было для вас полезно. Презентажку сейчас в виде PDF-ки скину вам в личный кабинет. Сможете посмотреть. В личном кабинете должен висеть мой email. Если что, пишите, спрашивайте вопросы какие-то. С удовольствием на них отвечу. Хорошего вечера вам. До свидания. Всего хорошего. Екатерина Коваленко, скажите, пожалуйста, вы тут не ушли еще? Я вот только увидел ваше сообщение. Екатерина, слышу вас. Точнее, слышу какой-то шум. Давайте тогда в двух словах вам расскажу. Смотрите, по поводу записи. Как можно поступить?
В целом, я не могу сказать, что кто-то вам откроет либо не откроет доступ к записи. Я, если честно, за это не ответственен. Но если мы говорим о курсе, я с удовольствием ваш пущу в каком формате. Мне бы очень хотелось, чтобы вы, ну, с моей точки зрения, вам будет зачет, если вы пришлете мне видеозапись своего выступления. То есть мне нужно понимать, как вы выступаете, чтобы дать вам обратную связь, и чтобы у нас с вами была общая терминология, потому что второй курс, он базируется строго на первом. Я буду использовать терминологию из первого. Поэтому, соответственно, если пришлете, я буду очень рад и всеми руками буду говорить о том, что вам стоит, вам можно. Такой вариант вам подойдет. Я вам сейчас напишу свою почту в общем чатике. Да, то есть это может быть любой формат. Мне главное видеть, что вы выступаете. И в идеале, конечно же, чтобы вы выступали стоя. Потому что очень большое влияние на других людей оказывает невербалика. То есть как вы конкретно стоите, положение тела, плечи, голова, ноги, руки, как они у вас ходят. Мне нужно четко понимать и опять-таки дать вам полноценную обратную связь, полную, именно по вашему выступлению. В идеале поступить следующим образом, что вот вы мне присылаете, прекрасно. Если есть запись, присылайте. 19-го года, слушайте, я буду рад, если перезапишите. То есть тематика абсолютно любая, это буквально 2-3 минутки того, как вы выступаете. Я с удовольствием, и в целом я тогда своим кураторам нашего комплекса напишу, что вот человек хочет участвовать. Посодействуйте, пожалуйста. Супер. Спасибо, что написали, и благодарю, что дождались, потому что я очень увлекся и только вот долистал, поскольку вы мне в приватные сообщения скинули, увидел. Валентина Александровна, да, я понял, что вы ждали, я как-то увлекся, сам рассказал. Спасибо, что пришли в любом случае. Как-то так. Екатерина, сейчас? Угу. Да, поступают вопросы. Петр пишет, непонятно, какой придерживаться логики, как поступать с теми из лжецов, которые явно злоупотребляют. Ловлю себя на соображениях в пользу того, чтобы просто перестать общаться или перевести общение в сухой формат. Это дорого в эмоциональном плане. Смотрите, вы сами выбираете, то есть я бы обсудил с человеком это, потому что понятно, что со своей стороны, вы знаете, можно поставить такую границу, что вот нет, я с тобой не общаюсь, не дружусь. Ты врешь. Это бывает очень странно, тем более между взрослыми людьми в плане взаимоотношений. Я бы это озвучил в формате предположений, либо в формате есть так называемое «я-сообщение». Давайте, допустим, назовем, ну, не знаю, Иван Иванович. Иван Иванович, здравствуйте. Если мы с вами при этом на одном и том же уровне, и вот этот один и тот же уровень. Я говорю, слушайте, Иван Иванович, у меня в последнее время складывается ощущение, что вы мне говорите не всю правду. Я не говорю, что вы мне врете, то есть вы мне говорите не всю правду. Это наблюдалось вот в этом моменте и вот в этом моменте. Мне это неприятно. Я не очень люблю людей, которые говорят не всю правду. Скажи мне, пожалуйста, как мы с тобой поступим в этом случае? Бывает так, что человек начинает себя бить пяткой в грудь. Нет, да я что, да как я тебе могу сказать? Но зачастую начинает врать гораздо меньше. Это работает. Самое главное, что сработало. Периодически человека нужно возвращать в такую ситуацию. Такое бывает. Это нормально, все мы люди. Забываем, возможно, у кого-то просто такой стиль общения. Такое бывает. Я часто своих коллег, часто своих... Вот, Петр пишет. Великовозрастные манипулятрессы из отдела кадров. Бывает такое, бывает. То есть в целом, если это люди одного примерно с вами уровня, то есть одной позиции,
Сведите все до делового общения. У вас есть факты, вы от них отталкиваетесь, все, вам с ними не дружить, понимаете? Иногда работа – это просто работа. И есть люди, с которыми нужно просто общаться. Другое дело, что от их лжи иногда зависит конкретно, что вы будете делать в своем направлении. Но это уже другой момент. Тогда нужно четко по фактам выяснять. Как-то так. Все, коллеги, не задерживаю вас. Вечер субботы. Хорошего вам отдыха, если, конечно, у вас отдых. Всего хорошего. До свидания.